Второй молодежный форум открыл министр труда и социальной защиты России. Максим Топилин отметил, что на площадках Всероссийской недели охраны труда актуальной темой обсуждения станет будущее в этой сфере, которое и будут создавать участники форума. Сотни лучших студентов профильных вузов представили на суд жюри свои инновационные проекты в области трудовой безопасности. И каждая их разработка имеет право на реализацию. Мариам Алексанян, например, работает над лабораторным стендом по очистке воды. Конкурс представляет собой презентацию. Мы несколько этапов проходил конкурс. Мы разрабатывали, дорабатывали лабораторный стенд для учебных целей по очистке воды, механической очистке сточных вод. Наш стенд, он будет модифицирован и введен в эксплуатацию в учебный процесс. Если проект московской студентки еще нужно доработать, то разработку Игоря Рябых эксперты признали действенным. Студент Казанского энергетического университета создал приложение по обучению специалистов в сфере охраны труда, за что и получил диплом всероссийского конкурса. Возможно, проект Игоря уже в ближайшем будущем будет представлен на профильной выставке. В этом году международная экспозиция «Сейп» собрала на своей площадке 89 российских и зарубежных компаний. С новейшими разработками в сфере безопасности труда и защиты человека сегодня познакомились заместитель председателя правительства России Ольга Голодец и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Они осмотрели ряд стендов крупных корпораций, а после приняли участие в стратегической пленарной сессии, где обсуждались нынешние условия, общие тенденции и перспективы в сфере охраны труда. Только в 2016 году уровень производственного травматизма, количество несчастных случаев с тяжелыми последствиями сократилось на 14%. А если сравнивать наши показатели с 2012 годом, то уровень производственного травматизма снизился более чем в 1,5 раза. Вице-премьер отметила, необходимо удерживать такие показатели и гарантировать безопасность работников на каждом производстве, особенно в строительстве, где всегда есть риски получения травм. О важности сохранения здоровья сотрудников на предприятиях говорил и губернатор Краснодарского края. Самое главное и ценное, что есть сегодня как в нашем субъекте, но в наших предприятиях, конечно, люди, их здоровье, конечно, жизнь. Много есть проблем, и очень важно найти решение. Я надеюсь, что на этой сегодняшней площадке, сочинской площадке, уже всемирной площадке, многие решения будут найдены. Одним из главных критериев безопасности труда, безусловно, является официальная занятость. Несколько лет назад многие предприятия в целях экономии трудоустраивали сотрудников не по закону. А это значит, что никакой гарантии в плане защиты работника они не давали. Кроме того, выплаты зарплат в конвертах не предусматривают социального пакета и формирование будущей пенсии. С этой проблемой власти стали активно бороться во всех регионах и муниципалитетах. У Сочи уже есть хорошие результаты. Буквально каждую неделю наши комиссии выявляют тех лиц, которые фактически работают, но трудовые договора не заключены. За прошлый год было выявлено 15 тысяч наших сочинцев, которые официально были оформлены на работу. А это значит, что эти 15 тысяч наших горожан обеспечат себе и социальную защиту, и пенсионные взносы уплачиваются за них. Предприниматели, не соблюдающие трудовое законодательство, не только оплачивают штрафы, но и попадают в так называемый черный список работодателей, что, безусловно, не идет на пользу их бизнесу. Эти и многие другие вопросы тоже будут обсуждаться во время Всероссийской недели охраны труда. В этом году она собрала больше 11 тысяч участников. Галина Моисеева, Татьяна Говоркова, Демид Даниловский, Алексей Давыдов, телекомпания ВКТ.